Здравствуйте, дамы и господа! Просматривая мои видео со стихотворениями поэтов, некоторые из вас обвинят меня в мужском шовинизме, мол, только мужчинам бывает трудно и тяжело в любовных стенаниях. Поэтому сегодня, дабы развеять подобные мысли, я исполню для вас от лица женщины стихотворение Анны Андреевны. Это стихотворение о тяжести и лишениях женской любви к нам, мужчинам. Ты всегда таинственный и новый, я тебе послушней с каждым днем. Но любовь твоя, о, друг суровый, испытание железом и огнем. Запрещаешь петь и улыбаться, а молиться запретил давно. Только б мне с тобой не расстаться, остальное все равно. Так земле и небесам чужая я живу и больше не пою. Словно ты у ада и у рая отнял душу вольную мою. Всем спасибо за внимание.